Привет, дорогие друзья, с вами снова Одесса. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы нашли шайни покемона. Это у нас шайни Милтанг. Вот, красавец синий. И в чате два раза написало, что где-то заспавнился легендарный покемон. Но в принципе мы их не нашли. Первый раз у меня был выбор найти легендарного покемона или словить шайни, но... Его еще нужно, конечно, было поискать легендарного покемона. Шайни у меня уже сразу, как бы я уже с ним в бою был. И второй раз заспавнился легендарный покемон где-то в экстрим биомах, но пока я летал на Чаризарде и пытался его найти, то он уже, наверное, 100% пропал. Да. Так что сейчас я, как я говорил, я пойду и воскрешу. Вот, кстати, я сразу снимаю вторую серию, как я снимал. Ну вот, предыдущую серию я сразу же снимаю 70... Какую, не помню, какую серию, но вот, чат еще остался. Конечно, серии не выйдут в один день, а через каждая серия свой день, но суть в том, что я сразу снимаю пару серий и потом выкладываю. Да, вот, кстати, с предыдущей серии еще осталось. Которую я снимал пару минут назад, если так говорить, но... Короче, я как-то с будущего говорю о прошлом и опять что-то в будущем. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Я снимаю сразу несколько серий, потом выкладываю их в разные дни. Так что, действительно, заспавнились два легендарных покемона, но мы их не нашли. Ох, ладно. Сейчас, что мне нужно? Я где-то тут видел какую-то... Что такое, вход в шахту? Нет, не вот этот, который тут вот рядом с домом, нет, вот где-то там дальше. Суть в том, что я уже более-менее знаю, как можно найти фосил, поэтому я сейчас пойду и, может, еще что-то найду в шахте, вот. Вот тут шахта, еще одна, да. Я не буду идти в шахту, дорогие друзья, я просто посмотрю, вот. Возле гравия нет ли фусила. Так как вот, он, в принципе, всегда... Ну, не всегда, но... Нужно смотреть возле гравия. Вот, куча гравия. О! О! Охренеть, какой данж. Да, даже сундуков нет. Так. Гравий. А я не знаю, может он быть под гравием, например. Или он только может возле него спавниться. Я не знаю, честно. Так, тут нет. Тут нету. Давайте пойдем сюда. В принципе, тут мы уже были, да. Круг сделал. Так, сейчас, ну, в принципе, можно выходить. Так, тут нет ничего. Давайте пойдем. Да, вот сюда. Тут еще тоже есть какой-то проход. Так, еще гравий. Ну да, конечно, не будет возле каждого гравия закаменел покемон, но, в принципе, проверить всегда можно. И нужно даже. Так. Тут у нас где-то будет гравий? Нет, не будет. Нет, тут у нас гравия нет, дорогие друзья, так что давайте мы выйдем с этого, с этой пещеры. И в принципе, не знаю, ну пойдемте еще куда-то вот сюда, может тут еще какая-нибудь пещерка будет. Так. Нет, тут, походу, никакой пещеры не будет. Или я вроде где-то видел, но... это не пещера, это что-то такое. Непонятное. Просто вода. О, кстати, там покет-центр. Отлично. Так, тут у нас тоже никакой шахты нету. Давайте пойдем ближе к покет-центру. Не знаю зачем, может там где-то шахты какие-нибудь будут. Просто хочу еще, знаете, найти там... Может, еще закаменелых покемонов. Ну, покет-центр. Не будем туда заходить, нет смысла.
Лес. В лесу у нас вообще кто-то спавнится. Я не знаю, где Забда спавнится. Забдус. Ну, в принципе, по идее, в лесу, нет? Я не знаю, честно, не знаю. Кто знает, пожалуйста, напишите. Где вообще можно найти Забдоса? Так, вот-вот есть гравий. Есть куча гравия. Так, сейчас мы закроем вот эту воду. Воду, что я сказал. Куча гравия. Куча. И интересно, нет ли тут фосила? Ух, твою мать. Высоко. Падать неохота. Давайте немножко покопаем. Чё? Да, неохота падать, но упали. А, давайте осветим немножко. Так, попытаемся подняться. Так, поднялись. Идиот, извините, дорогие друзья, там, наверное, очень слышно сейчас было. А, мотоцикл какой-то промчался. Нереально. Как? Так, ну гравия действительно куча, но ни хрена нету. Может, где-то есть фосил, например, под гравием. Ну, неохота мне сейчас вот этот весь гравий выкапывать. Хотя я не знаю, может он здесь спавнится под гравием или сзади гравия. Так, пум, сюда. Тут еще гравий. Или это упал вот тот. Так, ну туда мне неохота идти. Ладно, пойдем мы еще сюда. Я только, дорогие друзья, проверю, может действительно что-то тут будет. Тут вроде ничего. В смысле, нет фосила, нет гравия. О, гравий. А ну, сейчас я немножко скопаю. Наверное, не будет тут никакого фосила или что-то такого. Ладно, давайте тогда тпшимся к нам домой. Покушаем. И идем воскрешать нашего закаменелого покемона. Да. Так, идем мы сюда и ставим его сюда. Так, давай. Ну. Ну. О, все, поднимаем. Плум фосил, что за хрень? В смысле, может не хрень? Давайте сразу поставим ультрабол сюда. Так, нет, вот так. Да, и пока он тут будет делаться, давайте пробежимся. Вот тут, может еще какие-то покемона-боссы заспавнились. Я вижу кучу гравлита вот тут. И вроде больше никого не вижу. Да. О, и визавр заспавнился. Ни хрена. Ай, визавр. Ну, в принципе, он нам не нужен. Если бы, вот, например, Шани, то нужен бы был, конечно. В принципе, милтанг у нас тоже есть обычный, но заспавнился Шайни, мы словили и Шайни. Это, можно сказать, полулегендарный покемон, да. Так, идем посмотрим, что там вообще с вот того покемона получается. Что это вообще за покемон? Еще пока что не показывает. А, ладно. Так, мы возле джунглей. Джунгли, чё, никто там Мью не хочет спавниться, нет? Так, ждем. Так, а, во. Так, идем и сюда. Так, а где я вот то поставил? Наш второй дом. Так. О. Да, вот три штуки. Две штуки у нас были. И одну штуку я выбил с покемона босса, да, когда вот переносил мир, в смысле,
Ну, да, можно и так сказать. Я уже говорил в прошлом эпизоде, что я нашел... Да, я помню, что я говорил в прошлом эпизоде, что я нашел красного покемона-босса Гроулита. И, в принципе, да. С него я выбил вот это. Так, чтобы прокачать, давайте прокачаем вот этого. И вот этого. И пока что еще на Чаризарда, да. И ботинки, нет, или да. Ну да, пусть будут и ботинки на скорость. Так, чё, нет никаких тут покемонов? Это кто там покемон? Чё за покемон? Мачок, мачок. Кстати, в легендарный покемон еще и тут мог заспавниться. Я чё-то его даже не видел, вот эту гору. Ладно. Так, давайте пойдем в наш первый дом. Сначала поспим. Не-не-не, не смотри в чат. Это еще с предыдущей серии чат. Что заспавнился там легендарный покемон. Так. Ну что у нас? Что у нас тут получается? Что это такое? Какой-то пеликан, твою мать. Или попугай. Ладно, пускай. Там рожается или что он там делает. Пока он тут вот это свои дела там делает. Давайте побродим, может, возле джунглей. Может, действительно, кто-то там надумает заспавниться. О, ну ты нам не нужен. Ты тоже нам не нужен. Так, 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 так. Тут у нас никого. Вульпиксы всякие там. Так, тут у нас никого. Ладно, пойдем дальше. Кого мы еще не прокачали снова, как бы, стартовых покемонов? Вроде Пиплуп и вроде Трику, да. И вот кого у меня еще нет, это Тутодайла у меня еще нет. Я не знаю, где его найти, но я вроде помню, что я его один раз находил без съемки. Я его пытался словить, но я его случайно убил. Я его нашел в зимней биоме возле воды. В принципе, можно его будет и там поискать. Так, ладно, тут никого. Давайте пойдем. Кстати, там у нас есть зимняя биома вот тут рядом. Если сейчас еще там вот тот покемон не родился, пойдем вот туда, пробежимся. Да, еще нет, так что давайте по-быстренькому. Так, давайте сюда. О, покемон-босс, отлично. Не зря я сюда побежал. Покемон-босс синий электрод, да? Да. Отлично. Давайте, кого мы кинем? Давайте Магнемайта. Нидорина уже нет смысла качать, да, так как он эволюционирует дальше только с помощью Мунстона, да? Вроде да. Так, и в принципе у нас сейчас и... Чаризар прокачается один уровень, да? Вроде да, не знаю, но вроде да. Так, ну в принципе нормально. Файерстон, один диск и один репитбол. Нормально. Так, и да, в принципе у нас Чаризар тоже прокачался немножко. Не зря я сюда побежал, так как нашел одного покемона-босса. О, кстати. Я так понял, что... Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте мы это закроем. Нет, иди сюда. Так, ну в смысле, давайте мы это закроем вот тут, вот эту дырку, чтобы туда вода не шла. В принципе, нет смысла. И сейчас что я хочу? В принципе, всегда можно проверять вот такие небольшие пещерки, так как всегда там может быть какой-то залежь гравия и... Возле залежа гравия может, в принципе, заспавниться фосил. Так. Ну, в принципе, как я понял, тут у нас нифига нету. А, не, есть гравий, но...
Да. Нет, в принципе, тут нет ничего такого. Давайте просто-напросто пробежимся в зимнюю биомку. Просто-напросто, чтобы посмотреть возле воды, не заспавнится ли там кто-то, да, или кто там еще может заспавниться. Хантер, да, я тебя слышу. Ты где-то рядом. Да. Так, пойдем мы в зимнюю биому. Я просто пробегусь по берегу. Кстати, там у нас джунгли. Нормально. О, еще и покет-центр. Ну, вроде никого нет пока. Вот какого покемона еще у нас нету? Вот этого. Джинкс. Этого покемона у нас тоже еще нету. О, это что-то там. Только хотел, не успел сказать, туда я спускаться не буду, и уже упал. Сейчас я пока туда поднимусь, это сдуреть можно будет. Хотя, в принципе, если вот сейчас... А чё, вода не льется? Да. Так, в принципе, кто тут есть? Ну, Джинкса, да, у нас еще нету. Я вижу тут рядом два покет-центра. Там кадабра, вижу две штуки. Так, Магнемайт. Как, дорогие друзья, кто знает, напишите, пожалуйста, как эволюционирует Магнемайт в свою, как бы, следующую эволюцию. Обычно с помощью прокачки, или с помощью камня, или с помощью еще чего-то. Кто знает, напишите, пожалуйста. Да нет тут никаких покемонов. Тотодайла нету, а нам он нужен, чтобы была полная коллекция стартовых покемонов. Так, кадабры там. Все, давайте побежим домой. Побежим. Так, ну, в принципе, тот покемон у нас уже приготовился, можно и так сказать. Сейчас мы туда побежим. По-быстренькому давайте вот сюда. Ну, в принципе, вот эти ботинки реально полезная штука, так как бегает очень быстро. И плавает даже. Нормально. Еще один авизавр заспавнился. Вот он. Или это тот же? Нет. Другой уровень. В принципе. Давайте идем заберем нашего покемона, который там уже сделался. Да. Какой-то птица, не знаю какая, но в принципе давайте пойдем посмотрим, что это за птица, как она вообще называется. Арчин. А, как-то не заметил сразу. Так, кого мы поставим? Давайте Шайни Милтанка поставим, заберем. Ну да, давайте заберем Арчина. Нидорино. Давайте уже прокачаем вот этого Нидорино. Давайте возьмем 6 алмазов. Купим, давайте сразу 2 лунных камня. В принципе, может еще потом пригодится для кого-то. В принципе, я даже думаю, не потом, а сразу сейчас. Кто там еще эволюционирует с помощью лунного камня? Вроде я уже всех эволюционировал, но в принципе давайте посмотрим. Это вроде больше никто. О! Пуливак. Да. У нас уже есть пуливирл, пуливага удаляем, ну, в смысле, выкидываем пуливага, так как зачем он нам, если у нас уже есть его следующая эволюция, а не знаю почему, но почему-то пуливиртл не хочет эволюционировать свою следующую эволюцию. Давайте мы
Да, давайте мы возьмем пока что только один лунный камень. Давайте поставим. Сколько там? Три штуки. Три и возьмем вот так вот. Отлично. А, вот что я еще хотел посмотреть. Нету ли у нас вообще Нидорина? Может, он у нас уже есть, я сейчас еще одного сделаю. Так, Нидоран Квин. Вот Нидоран Квин у нас есть. А это будет у нас Нидоран Кинг вроде. Так, Нидорина, давай эволюционируй. Да не убегай, а стой на месте. О, показывай, как ты уже эволюционируешь, кто ты будешь. Ну, в принципе, да, Нидорин Квин там. Не Квин, а Кинг, да. Нидо Кинг, вот он. Красавец. Да. Так, сейчас у нас уже есть Нидоран Квин и есть уже Нидоран Кинг. Поставим их рядом. И давайте. Кого мы? В принципе, пусть будет туда. Этого поставим куда-то сюда. Кто-то у нас еще не эволюционирован. Вот так и вот так. Так, и кого мы возьмем еще на прокачку, дорогие друзья? Давайте возьмем Пиплупа. Вот так. И, в принципе, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Мы воскресили нашего закаменелого покемона. У нас получился вот такой Арчин. Какая-то птица. В принципе, потом посмотрим. Это еще один покемон-босс, да? Зеленый. И там еще один покемон-босс зеленый. Пофиг, давайте, пофиг. Только два зеленых покемона босса сразу возле заспавнились. А, давай, только чтобы вот тот второй не пропал. Давай. Ух, ни хрена себе, сколько уровней. Пиплу. Миленький, давай быстрее эволюционируй. Если тот покемон-босс пропал, я охренею. А, давай, Пипл. Он уже пропал. А, нет, он еще там. И он еще там. Пипл эволюционировал Принплупа. Это кто это еще эволюционирует? Принплуп. Что, сразу две эволюции? Ни хрена себе. А, нет, зависло. А, дорогие друзья, что мне делать? Давайте нажмем на паузу. Нет, не нужно на паузу нажимать, он уже эволюционировал. Да похрен, какие скиллы. Давайте, побежали. Давайте Арчина эволюционируем. Охренеть. Да не отзывал я Арчина. Так, что-то он отменил бой первый раз. Два покемона босса сразу заспавнились рядом. Два зеленых. Офигеть. Так. Что нам можно? Вот это. Скрифейс не нужен. Ух ты, ни хрена себе, сколько уровней. Нормально. Так. Офигеть. Фу. Я когда вот там сразу увидел, я уже хотел заканчивать серию, да? Увидел, что там какой-то зеленый покемон, сразу понял, что это... покемон-босс. А потом, когда бегу, и что вижу, там что-то Пиджиота такой, тоже зеленый. Тут бы еще один покемон-босс рядом был. Классно. Еще один покемон-босс. Еще один зеленый. А! Ни хрена себе. Еще один Файрстон.
Еще один Firestone, еще один двойной опыт. Охренеть. Так, тут что-то еще кто-то есть. Только я закончил говорить о том, что вот только что заспавнились два покемона босса зеленых рядом. Еще один заспавнился. Так, ну да. Это нужно. Нужно что-то нам выкинуть. Вот это мы выкинем, вот это мы выкинем, вот это мы выкинем. Офигеть. Так, тут еще тут есть. Капут. Мы, короче, мы, дорогие друзья, за одну серию мы нашли синего покемона босса. Это у нас был Электрод. Нашли потом Лайрона. Он так называется, да? Да. Зеленого босса. Потом сразу же нашли Пиджиота зеленого босса. И потом через пару минут нашли еще одного зеленого покемона босса. Это у нас был Электрод или нет. Первая его эволюция. Не помню, как он называется. Не помню. Забыл что-то. И, в принципе, все, дорогие друзья, давайте на этом закончим. В этой серии мы эволюционировали, в смысле, воскресили нашего закаменелого покемона, вот, Арчина. Уже 20 уровень. С первого уровня сразу 20 стал из одного покемона-босса, которого мы убили. Убили, он сразу стал 20 уровень. И сразу Пиплуп с одного... как бы с одного покемона босса стал 24 уровень принплупам. И, в принципе, все, дорогие друзья, давайте на этом действительно закончим. В следующей серии опять попытаемся найти каких-то покемонов, прокачать наших покемонов и, в принципе, продолжать искать новых покемонов, да. Так что, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.